Давай, Серега, твой звездный час. Васик забрался. Теперь пошло время за Японией на лебедке. Съемочная группа, Надь. Дальше преодолеваем подъем. Нет, что-то не Васик. Не Васик.
А тут еще прошла такая молва, что это еще все херня. Там дальше еще хуже. Продолжение банкета, все пытаемся преодолеть этот ухабистый подъемчик. Да, вот на этом, на камушке, то, что ты как раз стоял, то и он. Ну ты вот передними проехал этот камушек, вот тебе сейчас задними надо перескочить, и дальше уже пойдешь. У тебя как раз вот под твоей стороной сейчас этот камень под колесом. А сколько метров оно у тебя? Короче, без лебедки пока только советская техника. Да, идет. Не, отцепи пока сейчас, Алена, он этот своим ходом пойдет дальше, попробует. Поднялся камень? Да. Да, 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 камень ты прибыл. Сейчас можно влево руля и как раз пошел. Да, только влево руль. Потому что ты сейчас на туда, на бордюр пойдет. Ты уже на бордюре на этом стоишь. Во. Во, ты сейчас правее. У тебя, видишь, камень сразу под тобой? Вы колеса прямо, потому что ты сейчас... Да, 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 направо руль. Вот так.
Сейчас посмотрим. Отечественный автопром тяжело давался. Япония как? А нет, тебя помощи будет мало. Резину рвет. Так, пошла процедура спасения. Миша лебедочкой помогает. О, бля, Серегу стягивает. Серега, куда поехал? Серега, ты выезжаешь? Давай газу. Идет, идет. Вышел. Миша, все равно мы тоже накидали. Там полный багажник еще накидал. Есть, все спасены. Вот такой автомобильчик. Тонировка новая. Грязи вываливаются откуда-то. На, на голову. Мне кажется, он не разогнался. Thank you.
Серега, вот сюда левее руля, вот где я пробил колею, в нее едь. Блин, я его не видел. Вон он, мать!